Мы со Светой вышли гулять и решили посмотреть вот эти. О, тут такие небольшие стройки. Дворик есть, да? Санузел. Ну, такой, да, терраску маленькую. Ну, чё, да. Такой хороший, да. На втором этаже просторно будет. Ага. Вот такие. 3500, да, стоит? Как я думала, везде одна. Получается, они продают только вот эти два этажа. Я думала, там оно вместе совмещено все. Ты думала, это весь дом продается? Ну, я, да. Я сначала подумала, что это все совмещено, как все целое дом. А тут, оказывается, не все. Да, конечно, я так сразу... Я теперь настоящая южанка в такой летней-летней шляпе. Как я ее повезу домой? По-моему, никак. Конечно, это деньги, выброшенные на ветер. Но мне очень она нравится. Эта шляпа. Я всегда себе мечтала вот такую шляпу с длинными полями. Если честно, я хочу вообще себе сомбреро. Не такое большое, мексиканское. Хочешь померить? Ну, давай я померю. Только не снимай. Да не снимай. Да, тебе она вот лучше. У тебя головка меньше. Я говорю, что у него они по размерам идут. Вот она мне села нормально. Вот. Угу. Ну, извините, я тоже хочу быть красивой. Так, мы со Светой, как юные исследователи. Хорошо, мы тут оказались и идем. Я здесь оказалась, и мы идем к этому. Если бы я говорила только я и я, ты сказала, что я эгоист и единоличник. Я привыкла говорить «мы». У меня я и мое второе я, мы идем вот в этот дом, в котором зияют дыры. У меня, оказывается, тоже экстремалка. У меня тоже экстремалка, которая готова там полазить. Удивительное рядом, никогда не думала. Стройки, я-то люблю по стройкам. По заброшенкам. А по заброшенкам Крыма мы еще не ходили. Так. Я зайду. Собаки? Сейчас я вход найду. Так. Ищем вход. А, ну вон вход. Нет, вон в кустах. Ну, тебе главное, чтобы не продавалось, а мне главное бы сюда дойти. Кыш, кыш, кыш. Бегемот посудной лавки. О, ну, обычные подвальные помещения. Еще ничего не достроено. Ладно, пойду обратно.
Сидели, качаемся, да, качаемся на качеле и смотрим на закат, которого не видно. Видно в сетке, но видно. Вон он. Так надо раскачаться. Настя, раскачай меня. Ты же не хотела. Ну встань, раскачай меня. Ты хочешь сесть? И все. Качели остановились. И что мне теперь? Сейчас бух. Света. Света думает, что мы сейчас упадем, потому что кое-кто сел. Света много слишком весит. Она... Ладно, давай качаться. Так я не могу тебе раскачать. Давай так. Оп. Оп. Давай я встану. Оп. Давай я встану. Нет, давай мы сейчас раскачаемся. Давай оп. 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 Тебе сфоткать еще, кстати, надо? Да, давай. Давай. Мини-репортаж. Мы вечерком сейчас, ну, где-то 19:30, да, Свет? Не знаю, 8. Где-то около 8? 19:37, 19:30. А, 19:30. Мы пошли до магазина нашего. Вон сзади у нас выход из нашего. Из нашего коттеджного, загородного, усадебного, я не могу сказать слово, комплекса. Сейчас мы, да, пошли, впереди стройка. Ты дура, куда ты меня тащишь? Нет. Пошли сначала в магазин. Нет, будет темно, мы с продуктами пойдем. Мы ищем опять приключения. Ну, я, моя старшая сестра прям покоряет. Я, а не ожидала. Не... Ладно, ладно. Некто. Некто таинственный меня поражает, потому что я думала, что этот некто, он не такие места не уважает. Нет, заходить я туда не буду, мне просто интересно. А старшая наша некто, еще которая на севере, там точно, что мы дуры. Так, так, пошли. Туда. Туда. Пошли чуть-чуть. Давай. Это сверчки, да? Да, да, я слышу. Что, слышь, какие ролики у других с Крыма? Дискотеки, пьяные вечеринки, у нас стройка и крики. А, кш-кш-кш. Ну вот. О, прикольно тут. Мне вот эта круговая штука нравится. А это, наверное, будет открытая. Ага. Стеклянная, наверное, будет. Будет вообще шуф. Вот это, наверное, номер. Шикарно. Вот это номера будут. Да-да-да-да-да. Здесь, наверное, что-то открытое будет. Это, наверное, кухня, может, столовая будет. Может быть, кухня, столовая. Или вот это, наоборот, столовая, да, была бы круто. Да, да, да. Круто. Ладненько, да, пойдем. Вот тебе и закат встретили. Может, сфоткаться на фоне разброшенных этих. Знаешь, море, море, море. И потом для разнообразия. Где вы, а я здесь. Сходили в магазин. Ну, камера не передает, как сейчас красиво. Сейчас уже сумерки, везде фонарики. Ну, где они есть, конечно. С одной стороны сумерки надвигаются, а вот с другой, смотри, как это было. Да, вот тут надвигаются сумерки, это небо. А вот... Но не передает мое качество. Я ем мороженое. Мороженое стоит 65 рублей. Я посмотрела, нектарины 80, виноград 90. Как мне хорошо. Мы гуляем. Покатались на качелях, но ребенок увидел, что мы катаемся, и выгнал, да. А мы не могли им сказать иди нахер, потому что мы не с того комплекса. Если бы я жила в том комплексе, я сказала, девочка, жди. Где-то вдалеке женщина нас зовет призывно. Идите развлекаться, Света с Надей. Вот вы, наверное, слышите там, там какое-то гульбище. Но, но некто... Кроме тебя никто и будет. Кто?
не хочет туда идти. А одна, естественно, я тоже не пойду. Ну да, да. Ну, ну, кстати, да, дорогу надо поснимать. Вот. Дороги, грубо говоря, нет. О, кто это пробежал? О, кошечка. Вон. Кошка. Где? Я думала, может, увидела этого ежика. Я до сих пор вспоминаю историю, когда Света в воде гладила медузу и думала, что это я. Да, ну это так мило. Это так. Она еще так это показала, гладящие движения. Я прям не могу, мне мило. И мы пойдем сейчас встречать ночь и звездное небо на пляж. Ночная жизнь полна неожиданностей. Вы видите эти фейерверки, вы видите эти аттракционы. Правильно, их нету. Вот наши дома горящие. А, ну все. Во, наша скамеечка в первом ряду свободна. Сейчас мы оторвемся по полной, винограда обожремся и пойдем мирно спать. Отжиг, отжиг, отжиг. Сейчас мы съедим винограда сто. Смотрите, какое классное. Да, передает камера. Да, так классно, так красиво вообще. Офигенно классно. Какие красивые виды, скажи, наблюдать. Угу. Это говорит некто. Да, потому что кто-то почему-то идет и молчит, хотя он должен вести репортаж. Ну, я не должна каждую минуту заполнять собой. Должна вести репортаж. Кстати, тебя назвали корреспондент. Да? Ага. Некто корреспондент. Да, некто. Старший некто. Босс некто. Да. Это просто очень секретная личность. Я снимать и показывать. А теперь мы с тобой здесь будем сидеть. Водичку надо было взять. До утра. У тебя как-то не так. Так до готова сидеть до утра здесь? Будем теперь сидеть до утра. Кстати, до утра. Кстати, не знаю, звезду будет видно. Вот первая звезда. О, смотри, какое сочетание. Ага. Смотрите, какой переход от... Это все днем... О, есть звезда. Внимательно смотрите, там маленькая. Нет, кстати, очень крупная. Да. Нет. Смотрите. Очень красиво. Угу. Релаксировать зимой. А ты видео себе не хочешь поснимать? Да, не хочу. Зимой буду релаксировать, смотря на эти картинки, как я была в отпуске, когда буду работать. На север хочешь привет передать за кадром? Я думаю, все понимают. Север от меня не убежит. Нет, а? Всем родным, всем близким, всем. Я думаю, родные не обидятся. Кайфово. Близкие тоже. Смотри, как крупно звезда, да? Ну смотри, да. Такое сочетание. Сейчас еще немножко, когда совсем потемнеет, будет совсем много звезд. Угу. Небо чистое всегда. Кстати, каждый день здесь небо чистое, без облачков. Какая погода? Какая температура воды? Ну вы же репортаж, прогноз погоды. Температура сейчас ближе к сентябрю уже похолодала. Ну, нет, но купаться воды. Можно. Ну, купаться можно, да. Угу. Слушай, а что это на воде? Стыло. Камни. Стыло. Ты видишь, болтается? Вот там. Да вот же. Вот видишь, вода идет к берегу чистая, гладкая. А дальше она вот такая вот.
Видишь? Нет. У тебя какие-то гульки. Что-то сестра увидела, мы идем. О, некто увидел. Смотри, ну. Вот вода. Да. Гладкая. А это рябь. Ну как она может быть такая? Точно. Блядь, ну как она может быть такая? Кстати, а что это, да, всплыло? Что же это всплыло? Да. Ну, давай. Смотри, если вот так сесть, то она вся такая. Просто там издалека нам видно, а вблизи мы видим, что ее нету ряби. Ну вот присядь. Видишь, рябь приближается. Подожди. Она даже на камере видно, что это у нас НЛО. Рябь. Что-то плавает. Мошки. Чтобы разгадать, надо дойти. Свет, я тебя буду ждать. Свет, я тебя буду ждать. Ну что, пошли, снова сядем, присядем. Да, в наш первый ряд. Наш первый ряд. О, тут уже совсем наводишь камеру, тут уже темно. С этой стороны? Да, уже все. Некто злится. Вот вы видите переход, смотрите. Это ничего страшного с экраном. Это вот сразу уже сумерки. А это у нас немножко отсвечивает. Вот. Ну, что видно? Надя. А, меня поснимай тогда. Меня видно? Ну, да. Вот так видно. А дальше пройди. А дальше. Все. И вот и только силуэт видит. А вот так. Ну вот так видно, как в темноте. Рассказывай, что ты там. Танцую от радости. От радости. От какой? Я сижу в темноте, мы сидим с некто. Вот, на, да, пляже, на пляже, на берегу моря. На берегу. Закадровый голос все скажет за меня. Я слушаю. Я буду только говорить так. Я все сказала. Что-то там мушка. Она. Фу. А, она на. Нечего рот открывать ночью. Фу. Все, закрываемся. Не, подожди. Ой, сейчас, блядь, колючка. У меня все не, слава богу, подожди. Это.